Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Google Pixel 7. И сейчас мы разберемся, как обойти на нем блокировку FRP. Итак, сначала приводим его в чувство, но хотелось бы, да? Не получается. Поэтому мы зажимаем кнопку питания. Не прокатывает. Зажимаем кнопку питания и кнопку увеличения громкости. И нажимаем кнопку выключить. После чего прозвучит вибросигнал. Чуть подождем еще. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь зажимаем кнопку уменьшения громкости и кнопку питания. Сразу же переходим в Fast Boot мод. Но сейчас он нам не нужен. Потому мы используем кнопки громкости, чтобы двигаться вверх или вниз. Сейчас мы должны нажать дважды на кнопку уменьшения громкости и потом подтверждаем наш выбор кнопкой питания. Заходим в Recovery Mode. Нету команд. Зажимаем кнопку питания и кнопку громкости, кнопку повышения громкости нажимаем. Здесь опять-таки сенсор не работает, потому нужно оперировать кнопками громкости. Нажимаем дважды, ну не дважды, а спускаемся прям до Vibe Data и Factory Reset, используя кнопку уменьшения громкости. Нажимаем кнопку питания, чтобы подтвердить наш выбор. Спускаемся вниз к Factory Data Reset и подтверждаем наш выбор. Ждем, пока это все дело произойдет. И потом снова нажимаем на кнопку питания, чтобы перезагрузить систему. Одна маленькая аннотация, пока здесь ждем. У вас на телефоне должна быть закончена первичная настройка для того, чтобы все прошло хорошо. Также он должен быть заряжен где-то хотя бы на 50%, чтобы вы успели все сделать до того, как он вырубится без заряда. Итак, мы видим здесь стартовый экран. Я выберу английский, так как нам нужен английский язык для того, чтобы все настройки, которые сейчас будем выполнять, прошли успешно. Итак, мы нажимаем на кнопку Get Started. Подключаемся здесь к Wi-Fi. Нам нужен Wi-Fi, у которого есть связь с интернетом. Вводим от него пароль. Нажимаем Connect. Но начинаются какие-то процессы, но мы сразу нажимаем кнопку назад вот здесь вот, в левом нижнем углу. И нажимаем на Add New Network. Здесь вводим вообще любой текст. Потом зажимаем его. Выбираем Select All и Copy. Здесь мы выбираем кнопочку Поделиться. Открываем это, смахивая вверх. И нажимаем на кнопку Gmail. Здесь скипаем. Нажимаем Add a new an email address. И здесь выбираем все, что угодно, но не Google. Потому я выберу Yahoo в моем случае. В принципе, вы даже можете создать себе новую какую-то электронную почту, просто для того, чтобы у вас здесь все получилось. Вводим логин. Потом собачка. yahoo.com. Next. Вводим пароль. Здесь мы обязательно должны согласиться, то есть нажимаем Agree. Здесь нажимаем Next. Это мы, в принципе, тоже можем пропустить. Нажимаем Next. И, как видите, у нас уже есть вот такая вот почта. Сейчас нам нужно
нажать на кнопку Take me to Gmail. И сейчас переходим на три точки Help and Feedback. Здесь в окне поиска мы пишем Write in Morse code. В принципе, оно сразу здесь появляется. И, как видите, здесь вот есть видео YouTube. Мы делаем его активным. И зажимаем на тексте. Просто нажимаем. Этого достаточно. Хорошо. Теперь это можно выключить. Сейчас мы переходим в вот эту иконку, которая в правом верхнем углу. Нажимаем настройки settings, потом about, и потом переходим в Google Privacy Policy. Здесь нажимаем accept and continue, а здесь no thanks. Здесь нажимаем тоже, в принципе, no thanks. После чего нам нужно ввести в вот это, вот этой строке для ссылок адрес hard reset точка info slash bypass. Нажимаем consent, спускаемся вниз вплоть до screen lock set меню, нажимаем. И здесь сейчас вот pattern, это графический ключ. Придумываем себе графический ключ и устанавливаем его. Потом еще раз. Посмотрим. App info. Возвращаемся. Пробуем еще раз. Опять вводим. Еще раз. Это повторяется несколько раз, пока мы не достигнем нужного нам результата. Итак, вот, кстати, он и есть, этот нам нужный результат. Мы нажимаем Yes, I'm in и Got it. Теперь ждем где-то в районе 20 секунд. И нажимаем на кнопку назад, чтобы вернуться вплоть до стартового экрана. Итак, мы уже на стартовом экране. Теперь мы нажимаем Get Started. Секундочку ждем. Нажимаем здесь Don't Copy. И вводим наш графический ключ, который мы только что придумали. Здесь можно пропустить все это дело. Снова skip. Accept. Next. Вводим наш графический ключ снова. Нет, спасибо. Нет, спасибо. Окей. Skip. И поднимаем вверх. Вот мы и на домашнем нашем окне. Для того, чтобы закончить все это дело, просто переходим в настройки, спускаемся вниз, System, спускаемся снова вниз, Reset Options и Erase All Data. То есть проводим Factory Reset. Подтверждаем наш выбор, Erase All Data. Итак, теперь мы можем уже установить язык, которым нам реально удобно пользоваться, то есть можем выбрать русский. Регион выбираете на свое усмотрение и нажимаем начать. И как видите, теперь у нас появилась возможность настройки офлайн.
Это значит, что теперь мы можем вообще не париться насчет того, что телефон будет заблокирован или еще чего-то. На этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!